Всем привет, это СБ-1713, или ProSam, продолжаем реакции, продолжаем мини-пачку по Вике, и вот так вот решил я все-таки доделать, честно говоря, странно уже сейчас чувствую, я думал записать несколько сразу реакций помимо этой пачки, но, скорее всего, вот, эта пачка будет и все, дальше я буду болеть. Вот, но эту пачку все-таки добьем, и добиваем группой, которая называется Верксина, или Верксина, не знаю, как правильно, и их трек Мошу, вроде бы. Джибасист, огромное спасибо, что посоветовал все эти группы послушать и задонил на них. Посмотрим сейчас, как будет закрываться эта пачка, потому что предыдущие вот эти вэрилы мне не особо понравились, но перед этим зато была супергоднота. То есть супергоднота, госипы были очень годными и визажи были тоже очень годными. Так что, надеюсь, тут будет тоже все-таки больше годнота, потому что хотелось бы, чтобы закончилась пачка тоже на хорошей ноте. В любом случае... Поехали, посмотрим, что нас тут ожидает. Го! Вот это, кстати, посмотрел 2018 года. Ну, типа относительно недавний, получается. О, пошло. Окей. Ну вот это плотненько уже прям. Да, вот это мне намного больше предыдущего нравится. Это вот как если те первые две группы взять, только с хорошим звуком и сейчас сделать. Ну и, кстати, достаточно необычный припев. Странноватый, кстати, момент, как будто гитара как-то вообще отдельно звучит. Хотя она в миксе так и звучит, на самом деле, это значит... Значит, просто так задумано было. Ну ладно. Не, вот это хорошо, вот это да. Вот, короче, первая, вторая и вот эта четвертая группа прям топ. Интересно, а что-нибудь есть там еще? Ну, в современных уже группах. Или вот эта группа, она распалась, не распалась. Что они делают? Я бы просто заслушал бы это все, на самом деле. Прям так конкретно.
Ну что, вот мы посмотрели клип, послушали трек Мошу, наверное, от группы Верксина или Веркзина. Потому что я знаю, что X, Z читается. Ну или нет. Ну или, короче, не знаю. Если что, поправите. Джепасист, огромное спасибо за Дон, во-первых. Во-вторых, за то, что такие крутые группы. Такие крутые группы, потому что, опять же говорю, Визаж офигительные были. Госсип мне тоже очень понравились, но я их немного слышал. И вот это вот мне тоже очень понравилось. Эти три группы обязательно я заслушаю, засмотрю. Потом в дальнейшем, опять же, можете писать комментарии, что еще у них посмотреть. Тоже с удовольствием посмотрим. Вот Верила мне не очень понравилось, честно говоря. Там странный звук был. Хотя в целом, как бы, опять же, если бы там звук был хорош, то, ну, может быть, они мне тоже понравились. В любом случае, спасибо за пачку. Пачка офигительная. Еще было бы круто, если бы я не болел. Но все-таки, опять же, я говорю, что все-таки пусть лучше сейчас запишу, чем буду это записывать через хрен знает сколько времени. Плюс, опять же, это все-таки донатная пачка, а не просто. Вот, но так с реакциями придется вам, наверное, подождать в какое-то время. Но тем не менее, короче, мне понравилось на самом деле. Я забалдел. Реально, еще раз спасибо за пачку. Всем спасибо, кто посмотрит пачку. Всем спасибо, кто посмотрит эту реакцию. Ссылочку в описании, Райс, Райс, сами все знаете. Особо много рассказывать не буду. Единственное, что скажу, что вот у всех этих групп в плане клипов, ну, было не особо интересно. То есть был прикольный вот этот клип с гаражом белым, но только из-за того, что это гараж. В остальном же все клипы такие достаточно обычные, то есть про них даже и сказать особо нечего. То есть тут типичная какая-то стройка, там были вот эти типичные церквушки, как бы вот с клипами у них как-то так, знаете, витиевато обыкновенно как раз. Ну и в плане внешности они тоже выглядят как обычные эти чуваки из Андеркода на самом деле. Вот, но именно по музлу, прикольно. Вот эта мазафака, вот это такое, вот такое альтернативное что-то, вот это мне нравится. Такое как бы одобряю. Ну и, в принципе, наверное, все, что я хотел сказать. Так что, наверное, пойду. Пока.